И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня мы вместе с вами будем обозревать новую балансную ситуацию в нашей игре. Начнем все это дело с Жиги. Сегодня у нас поменялись в балансе как минимум три пушки. Даже больше, если честно, если брать еще смоку с автопушкой, то там можно еще приплесть, но... В общем и целом, в моем понимании изменилось три пушки, и сегодня мы начинаем как раз-таки этот обзор с пушки Жига, которая улучшилась в очень неплохих цифрах по урону и даже по критическому урону, потому что крит урон с 9% стал на 10% шанс. Посмотрим, как покажет себя Жига в матчмейкинге. Сыграем на дефолтном адреналине, то есть не будем ничего экспериментировать, не будем ничего здесь брать со статус-эффектами, потому что я относительно недавно тестировал на втором канале Жигу. В описании могу ссылочку тоже прикрепить, кому интересно, кто не видел тот видос, дабы сравнить, какая Жига была до этого и какая будет она сегодня. И... Сыграл я тогда на адреналинчике, а до этого тестировал и с компактными баллонами Жигу, и с подавлением, и с Эмми, и с пробитием, и любой из этих статусников, и как раз таки вот этих вот устройств, как по мне, показал себя не так круто, как Жига с адреналином. То есть дефолтный адреналин, который даже занерфлен сейчас, да, как по мне, должен показать эту Жигу намного ярче. Ну и, грубо говоря, мы будем играть на Жиге без никаких дополнительных устройств. То есть мы посмотрим на реальный ее урон, плюс с добавлением урона в зависимости от того, насколько сильно уменьшается у меня ХП, да. То есть чем меньше ХП, тем больше у меня урон будет с этой Жигой. Ну и что касаемо дронов и вообще вооружений, то давайте попробуем сегодня реализовать дефолтного Гипериона с викинга Жигой, да, то есть попробуем прям вообще олдскульную темку и порезом, ну, я думаю, что пока что мы такой рез оставим, который у меня тут есть. Запикаемся в катку, желательно, конечно, было бы мне попасть на какую-нибудь ЦПшечку, но давайте пикнем просто быстрый бой, посмотрим, что у нас вообще матчмейкинг сам предложит. Если вам нравится подобного рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и не забывайте про мой личный тег создателя контента, который в настройках можно всегда найти в как раз таки аккаунтике. Мой личный тег — это TagTeamP, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Прямо сейчас этот розыгрыш проходит, поэтому... Как говорится, обязательно участвуйте. Также сегодня у нас стартовал еще один интересный ивент. И я, если честно, уже очень сильно рад ему. Знаете почему? В первую очередь, потому что этот ивент сделан так же, как тот самый космический ивент, в котором мне везло. То есть здесь видно, где вас может откинуть, где у вас могут быть как раз-таки проблемы. Поэтому я очень сильно надеюсь, что этот ивент будет с моей точки зрения хорошо себя показывать и меня не будет откидывать, да, но сегодня мы об этом говорить особо сильно не будем, поэтому акцентирую внимание на Жигу, закидывает меня на бойню, не самая лучшая карта, наверное, для реализации такого сочетания, но попробуем что-нибудь сделать, попробуем реализовать, попробуем дать какого-то контентику, при том, что здесь у нас противник будет играть на расстоянии и пытаться именно дефить, а нам на Викажиге, ну, в моменте, наверное, будет даже супер тяжело. Может, мне лучше все-таки перепикнуть эту катку? Может, лучше мне все-таки перепикнуть? Давайте я лучше, наверное, перепикну, чтобы потом не было такого, что я говорил, что, блин, да какая Жига на такой карте, да ее же невозможно реализовать. О, осадочка есть, вот, осадочка есть как раз-таки у нас по заданиям, заодно заданки выполним, зафармим печеньки в как раз-таки свой банк. И сразу рассмотрим, может быть, мини-игру, но ходить я не буду. Насчет похождения моего первого в мини-игре я уже придумал определенные мысли, как мы будем все это дело реализовывать. У нас также сегодня еще появилась ДМ-ка. Может быть, даже лучше было бы и в ДМ-ку запикаться. Попробовать реализовать все это дело в ДМ-ке. А че я, правда, в ДМ-очку не запикаюсь? Давайте лучше запикаемся в ДМ-ку, посмотрим, что там как раз в ней. Да, и заодно... Ой, блин, неудачно я сменил заданочку. Ну ладно. Запикаемся ДМ-очку, посмотрим, насколько она сильная, насколько жесткая. У нас есть песок и есть форест. В принципе, что одна, что вторая карта для такой Жиги, я думаю, что подходит. Поэтому мы будем пробовать сейчас реализовывать все это дело. Посмотрим, как покажет себя
Это замечательная пушечка. Ну, по урону, по первому танку, я бы сказал, что неплохо залетает. Резов особо сильно большого количества нету. Это тоже очень и очень хорошо. Единственное, наверное, надо было здесь поменять резисты, потому что тут будут всякие молоты в большом количестве попадаться. Так, ну и первые два легких килла. Овердрайв на центре. Пробуем законтролить его. Отлично, набриваем. Вот это, наверное, та жига, которой реально не хватало до этого урона. А сейчас с таким уроном она будет себя очень хорошо показывать. Так, все-таки нулевой урончик есть небольшой. Так, ну мы раскручиваемся потихонечку. Потихонечку раскручиваемся, пробуем выйти на новельчик с какой-то интересный. Пока что пошла движуха очень неплохо. 9 киллов ептить с жиги за одну минуту. Вот это я понимаю. Вот это начало. Вот это контентик. Не, сбривает очень быстро. Это как раз тот продув, который я хотел лично видеть в матчмейкинге уже давным-давно. Потому что, ну, на продувах очень мало игроков играло. Очень мало, да, то есть. И они абсолютно не конкурентно способны против хороших вооружений. Да, то есть против всяких имбоустройств. Их просто тянут, и у вас, ну, грубо говоря, нет никаких шансов на реализацию своего вооружения. Поэтому, в моем понимании, такие продувы должны были быть уже давно. И то, что их сейчас вводят в таком виде, я очень сильно надеюсь на их возрождение, потому что я являюсь диким фанатом продувов, и на протяжении супер длительного периода времени я любил играть именно на продувах в нашем матчмейкинге. Поэтому я 100% рад этому обновлению. Ну и, конечно, не забывайте то, что у меня что жига, что фриз еще и на бездонате фул качаны. Да, то есть, опачки, такая вот интересная точка. У нас, я так понимаю, что здесь могут упасть как раз-таки эти печеньки. Сейчас посмотрим, что тут будет падать. Обычный голд летит. И где-то еще один должен быть голд. Если там будет какая-нибудь печенечка, то я бы ее бы хотел бы поймать. Да, потому что на печенечке можно и поиграть вообще в ДМочке. Пофармить всю эту темку. И быть заинтересованным. Но вот эта точка, кстати, выглядит очень круто. Если сравнивать ее с предыдущей точкой, которая была на вот таких земных картах, ее было вообще абсолютно не видно. А вот эту точку прям идеально видно. И можно спокойно ее ловить. Ну, тыщеночку. Давайте заберем. Пусть будет. Пусть будет. Лишние тысячи точно не будет у меня. Карманчик пусть упадет. Думаю, что в этой ДМке можно даже пробовать реализовывать жигу с каким-нибудь хоппером, почему нет, да, то есть и ловить голды, и делать киллы можно. Ну и гипериончик, либо там ловкач какой-нибудь использовать спокойно на реализацию. Крейса, я думаю, что не стоит использовать с жигой. Это не самый лучший дрон для реализации такой пушки. Ну а что касаемо именно там ловкача, либо гипериона, я думаю, что это прям идеальный вариантик. Так, ну и поджог хороший. Поджог тоже хороший. Горит танк отлично. На накидочку постоянно можно тоже тушеночку давать. Попробуем сейчас еще хоречка набрить. Еще одного хоппера набрить. В принципе, резист особо сильно не чувствуется. Голдик у нас падает. Пробуем делать вжималову. Под голд. Может, кто-то тут запушит под него, не? Никто не хочет. Особо не имеет желания никто подпушить. Просто я думал, что сейчас как ребяточки тут налетят, я им сразу продувалову какую-то оформлю. Но они даже особо сильно играть-то не хотят под этот голд. Очень жестко, очень жестко. 29 киллов за 4 минуты. 29, мать его, киллов. Тут можно на сотку выйти, на такой карте, где я раньше думал, что это вообще невозможная вещь. Так, хоппер у нас прыгает в киллзону. Так, у нас еще один голдик появляется. Отлично, великолепно. Пробуем играть на голды. Как раз под голдами будет возможность, если что, зареспить оппонента. Да, то есть поэтому спокойно можем играть в голды. Голд у нас по... Ой-ой-ой-ой, печенечка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Моя первая печенька, которую никто не видит еще. Ё-моё, нереальная, что ли? Сейчас никто, если не увидит, то я ее поеду забирать. Давай-давай, печенечку. А, нет, уже увидели. Эх, жаль, пряничек. Печенечка вкусная полетела. Блин, еще один голдик обычный. Блин, вот эту печеньку я бы хотел бы забрать. Ну, были бы шансы, если бы успел бы аптечку прожать. Но на гиперионе перезарядочка была супер долгая. Точка на центре. Пробуем поймать тоже этот замечательный голдикс. Так. Также под эти печеньки вообще, по идее, можно юзать овердрайвы свои. Как раз таки, которые я копил столь долгий период времени, чтобы их реализовать со смыслом. Я считаю, что подобный ивент как раз таки является более смысловым, да, для реализации всех этих замечательных овердрайвин
Поэтому будем, если что, реализовывать. Я думаю, что сегодня мы запустимся со стримом довольно-таки рано. Поэтому, если вы смотрите этот видеоролик в пятницу, то знаете, что сегодня в течение дня, там, буквально, не знаю, через час после выхода этого видоса, мы уже запустимся со стримом. Поэтому ожидайте. Будем давать контентику, будем фармить эти печенечки. Ну и двигаться по нашей мини-игре. Так, где у нас голд? Где у нас голд? Где у нас голд? Не вижу. Ага, вижу печенечка! Печенечка, печенечка! Печенечка, 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 печенечка! Давай, 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 давай! Есть контактичек! Сюда контактик! Есть! Есть контактичек! Пошла движуха! Пошла жаровня! Хорошо! Хорошо! Есть контактичек! Первый пошел, первый пошел. Еще 9 минут боя, можно еще, может быть, какую-нибудь фармилочку дать. Я напоминаю, что это одна печенька из 10, да, то есть для хода вам нужно 10 таких печенек поймать. Одну печенечку я уже поймал, то есть мне еще надо 9 поймать. Ну, либо за данных у нас по 4 печеньки тоже фармится, плюс есть супермиссии по 30 печенек. Поэтому все по тихой грусточке можно-можно зафармить. Так, ладно, мне пока что все очень сильно нравится. И то, как продувы себя показывают в рамках этой демки. И как у меня вообще реализация идет по ловле, так сказать. Это я еще без резов нормальных. Это вообще шикарно. Но ЖГ по ощущениям переигрывает любую пушку в упоре. Как это, в принципе, и должно было быть. Как это и должно было быть. Не знаю, в каком балансе фриз. Но по ощущениям, наверное, тоже в примерно таком же хорошем. Опер меня оверку не нажмет. Не жмет, отлично. 45 киллов. Да, и шанс выйти на какие-нибудь... На какие-нибудь 90. По крайней мере, попробовать выйти на 90. Ну, надо вообще овердрайв еще пробовать прожимать. Как можно грамотнее. Как можно больше противников. Одновременно, если сбривать, то будет вообще великолепно. Ну, и главное, чтобы меня особо на подсосинг киллы не давали. Типочки. Так, полбоя ровно остается. У меня уже 46 киллов. Шикарно все. Просто великолепно. Тут какая-то суперметка разыгрывается в виде Крусейдера Гауссов. Так, ну и вот этого Ареса Грома тоже можно на Бреваловы сделать. Отлично. Три противника сдуваем. Баллон возвращается очень быстро. Гелиус тоже особо сильно ничего сделать не может. Его тоже набриваем. 51 килл. Туда этот контактичек. Туда. Ну это просто вот... Ой, как же я давно ждал эти продувы, вы себе представить не можете. Как же я, сука, давно ждал вот такие вот продувы, которые могут дать просто нереального джазу в нашем матчмейкинге, которые могут просто развалить соляндрочку, просто соляндрочку закрыть. Это вообще крутяк тема, я очень сильно рад этому, что такие продувы у нас появились в нашей игре. Так, скоро будет сброшен золотой ящичек. Где-то у нас будет сейчас за Голдикс. Где же у нас будет Голдикс? Чтобы я его видел. Где-то падает Голд, где-то падает, я его вижу. Я не вижу Голда. Ага, вижу. Все, играю. Играю. Ага, Хоппер забирает. И Шарелла тут все вливают в этот Голд. Но это обычная 1000. Сейвлю уже овердрайв под хороший голдецкий. Под печенечку. Хотя можно было, наверное, и не сейвить ее. Можно забрать, попробовать оверку в центре. Овер-вовер, типа, нажать. Но я только запомнить тайминг этого овердрайва. Вообще, в такой демке, кто знает, что такое таймер, можно вообще пользоваться таймером и спокойно контролировать каждый овердрайв, который падает на центре, въезжать в него. Спокойно делать себе отличный контролинг дропа. Так, где-то у нас сейчас будет голд. Я без аптечки целый. Овердрайв как раз падает. О, и точка в центре, шикарно. Пробуем раскрутиться. Там падает бычка. Бычка, ничего страшного. Бычка нас особо сильно не интересует. Поэтому мы просто овердрайвик прожали. Хоп-хоп, цик-цик. Урочек туда-сюда накинули. На респку летели. Ну и разыгровочку с респа сразу же. Тушеночную делаем. На кемпере у нас играет молодой человек. Отлично, миночку объезжаем. Можно попробовать на Бревалову сделать. Отлично. Опачки, мега голдикс. А вот это уже интересный контактик. Так, где мегаголд? Ищем мегаголд. Так, у нас Хоппер прожимал его делает. Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Хоппера. Набрить, набрить, набрить. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой. Ну ладно, главное, Хоппера набрил.
Но не получилось немножко. Хотел еще мегаголдика туда его дать. Аптечки не было. Ну, была бы аптечка, наверное, все равно не получилось бы ничего сделать. Так, но пытается у нас тип тут чуть откатиться от меня. Хорошо, его сразу на респик. Сюда контактичек. Так, вот этого молодого тоже. Не набрил, к сожалению, чуть-чуть. Не хватило урончика на раскруточку. 61 килл, 4,5 минуты до конца. Сейчас будет падать оверка на центре. Совсем скоро. Так, у нас еще один голдик. Может, пряничек? Может, какой-нибудь контентовый пряничек? Так, главное, чтобы меня сейчас не слили. Ага, на центре я вижу точку. Вижу на центре точку. Обычка на центре. И с края тоже обычка. Окей, два обычных голда. Ну, можно попробовать забрать. Почему нет? Почему бы и нет? Почему бы и не забрать, если... Падает в карман бабло. Если падает в карман бабло, то надо брать его. Надо брать бабло. Так, 4 минутки до конца. 64 килла. 54 кильчикса. Такс. Попробуем сейчас что-то еще на реализацию. Блин, меня набрили быстро. 4 минуты до конца. 64. Ну, блин, хорошо идет. Хорошо. Мне очень нравится. Вот именно так, как все продукчик показывают. Ну, это просто кайф. Это можешь в упорчике любого разобрать. Это максимально приятная вещь. Так, здесь какой-то опасный викинга. Жигер тоже у нас попался против. Брать резы от продувов, кстати, это, ну, не совсем правильная вещь, если что. Это вам так на будущее. Если вы думаете, что вы сможете спастись от жиги или фреза, взяв от них резист, то... Это, ну, наверное, не совсем правильная теория, да, резист супер слабо спасает от как раз-таки продувов, да, вот, например, сейчас вы видите, да, что тип играет на резе, но если у меня была бы аптека, я бы его также супер эффективно мог бы в легкую набрить и без особых проблем разменять хп, поэтому на дистанции резист от продува это не самая полезная вещь, поэтому если вы играете в матчмейкинге, то лучше берите резист всегда от дальнобойных пушек. Да, а от продувов пытайтесь просто играть на дистанции. Да, то есть пытайтесь растягивать их. Это, ну, один из самых верных способов от меня. Как можно играть против ближнебойных пушек. Так, а что у нас по голду? Не вижу, падает. Вижу, ага, вон там падает. Что там падает? Обычка. Обычечка падает. Так, жигу попробуем набрить. Пробуем набрить, отлично. Против реза, фулл хп. Аптечкой даже фулл хп было у молодого. И очень легко он улетает на респаунчик. Так, 2 минутки до конца. 2 дмки, хотел сказать, до конца. Так, ну и нам бы по-хорошему еще бы печенечку. Да, пожалуйста, если есть такая возможность. Дайте еще одну печенечку. Контентовую печенечку, вот прямо сейчас. Прямо сейчас печенечку, чтобы у меня еще рез был под нее, если честно, неплохой бы. Чтобы я увидел, где она хотя бы падает. Вижу, где она падает. Где падает печенька? Птить, я потерялся. А вон там, да? А, бычка падает, все понял. Хантера набривал его. Можно уже мало его сделать. Ой-ой-ой. Жестко. Жесткая приемочка. Жесткая. Но мы все равно. Голдосикс забираем. Хоть это обычный. Ну, подпрожимал его неплохо. Два танчика дополнительно забрать, почему бы и нет. Почему бы и нет? Почему бы не прожаться? Единственное, что вот меня кошмарит, это вот этот вот. Супер-мега-крутой дрон, который называется подрывник. Который я просто ненавижу в этой игре. Это вообще ужас. Самый ужасный дрон, который есть. Это самый бесячий дрон, который есть в игре на сегодняшний момент времени. Ну ладно. Будем считать, что он меня особо сильно здесь не кошмарит. Так, а на втором месте у нас, кстати, играет Ареса Гром. В принципе, у него по киллам неплохо идет. Но, ну, такое, типа, знаете, как бы, ну, нормально. Громчик дает джазу. В принципе, я особо сильно не удивлен. Гром здесь... будет давать контенту. То, что у меня сейчас два фрага украли, это, конечно, не очень хорошо. 80-очка по итогу у нас за 30 секунд до конца. Надо было, конечно, стараться здесь больше в киллы упарываться. И, может быть, даже получилось бы дать куда больше киллов. По ощущениям, можно было здесь выбивать еще один подрывник. Боже, это вообще ужас. Это просто ужас. Они на дабл подрывниках играют. Думаю, что сотик на этой жиге вытянуть можно. Если вот прям играть чисто в киллы, сотик можно вытянуть, только, наверное, лучше использовать не викинга, а какой-нибудь, ну, например, хантер, да, то есть был бы тоже очень неплох. Выжимаете овердрайв, сразу сливаете тех типов, которые на урончик накидывают,
и добавляете, да. Поменялись, кстати, у меня размеры немножко интерфейса, кто заметил, стал чуть-чуть меньше, чуть, ну, больше обзор именно стал. Я попытался уже поставить на чуть больше размер, но как-то особо сильно мне не поменялось. Но, в принципе, я бы не сказал, что мне непривычно. В принципе, даже с таким интерфейсом все нормально. Просто я слышал с утра уже, что ребята жалуются, что там сбились настройки. Ну, в принципе, в моем случае особо сильно ничего не поменялось, поэтому, в принципе, все более-менее нормально. Так, ну и одну печенечку мы вместе с вами зафармили. Сразу зайдем на сайт, посмотрим, обновим. Да, печенечка в карманчике, есть контактичек. Поэтому будем ловить, будем двигаться в этом ивенте. Кто ждет видос по ивенту, тот обязательно пишет по этому поводу в комментариях, что жду прохождение контентовое, потому что, ну, я буду стараться сразу вкидывать какую-то хорошую сумму, да, не по одному там шажочку делать, а хотелось бы какие-то там, ну, приличные суммы там набрасывать, там, наверное, какую-нибудь сотку, двухсотку там сразу, да, чтобы был бы интерес в этом всем прохождении. Поэтому давайте попробуем, может, даже какие-нибудь хорошие цифры по лайкам набрать, да, если есть интерес в этом ивенте, то почему бы и нет, поддержите видос лайком, не забывайте, конечно же, тоже подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну, а с вами был мистер Ванька, вот такая вот джига, обязательно пишите, что вы думаете по поводу нее, покатайте на ней сами, ну, и играйте в ДМ-ку, ловите пряники и фармите интересные контентовые награды в этом, в этой мини-игре, при том, что в моем случае хорёчечек, которого у меня нет, меня уже ждет. Ну и страйкера. Новое устройство, страйкер Пульсар. Это то, что я тоже хотел бы в ближайшее время получить. Но самое главное, конечно, побыстрее бы хорёчка бы забрать. У меня останется уже 4 скина, у меня 3 скинганта. Может, какие-нибудь еще добавить скиночки разработчикам, чтобы у меня тут еще меньше их осталось. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.